Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами Дина и Дмитрий. Да, я тут за кадром прячусь. Да, он камеру держит, старается. Я у него зато нож взяла. Сегодня к нам пришла посылка. Обычно, когда к нам посылки приходят, мы их скрываем у себя дома. Мы как бы уже дали обещание, что не будем, но это случай особый. Когда я только еще начала заниматься и заинтересовалась валянием, начала что-то делать, показывать, рассказывать там про шерсть, ко мне обратилась женщина, которая очень мне в дальнейшем помогла. Зовут ее Марина. Мариночка, здравствуй. Вот. И она мне очень много помогала. Она сама живет на Урале и валяет валенки, те самые настоящие, вот, руками своими. У нее есть машины прямокатная, там она, короче, много мне подсказывала, советовала, и потом мы с ней обменялись подарочками. И вот ее подарочек ко мне сегодня пришел. Сейчас я уже тут его начала вскрывать страшным ножом, но еще не до конца. Я знаю, что там, я знаю. Но сейчас я хочу поделиться с вами этой радостью. Ой. Не, может, не будем? Ладно, обещались. Мамочки мои, все. Даже страшно. Тебе страшно? Бойся. Это для Дмитрия. Это для меня, походу, да. Размерчик мой. Вот. А внутри для меня. Это шерсть. Шерсть. Боже мой, Марина, ну какое тебе спасибо огромное. Ой, сколько всего. Цветная. Я догадывалась. Это такой душевный человек, это такая вообще замечательная. Валеночки она делала. Это чуньки, это для домашнего ношения, вот для русской печи, когда вот русская печь в доме, да, когда это в валенках и в майке, что называется. То есть она, вот я трогаю сейчас валенок, у нее подошва толстущая. Прям вот, понимаете, она вот она, он стучит. Вот. А вот тут мяконько, видите, вот даже я могу погнуть его, помять. Делается это из, насколько я знаю, из этой романовской, из шерсти романовской овцы. Дима, будешь мерить. Угу. И плясать потом будешь. Специально для Марины. Мариночка сделала не только для Димы. Она сделала... Так, тут письмо. Письмо для личного чтения. Это, наверное, для Илюхи. Да. В общем, будете мерить, выбирать, кому какие. Угу. Все красивые, все валенки отличные. Да, мы определимся с ним, какие кому. Розовой ниточкой. Да. Еще у меня шерсть. Когда чёрт, мамочки. Склад, 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 как в том мультфильме. Смотрите, сколько радости. Сколько радости. Детишкам принесла. Мариночка. Спасибо тебе огромное. А вот это для меня. Твой размерчик, это да? Это мой размерчик, да. Вот они, мои хорошие. Точно такие же тоже. Можно послушать. Ага. Ой, класс какой. Все, будет дома тебе тепло. Будем ходить по холодному каменному дому. Дышать друг на друга паром. Но в теплых. Но ноги будут в тепле. Марина, еще раз тебе огромное спасибо. Низкий тебе поклон за помощь. Кстати, я у нее узнаю, если она благословит, то ее телефон можно будет разместить под видео. Под видео, если она, конечно, согласится, потому что она человек очень скромный. И вообще вот я даже призываю, если кому-то интересно, настоящие такие валенки, крепкие, обращайтесь к ней, даже если через меня. Просто по почте все это приходит. А на этом я попрощаюсь с вами. Я и Дмитрий прощается. Да. Машет. Всем пока. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.